Чудесный весенний праздник Первомай. Весна словно подготовилась к Первомаю, отогрела землю, подарила первые цветы. И вот уже вышли на улицы Москвы колонны демонстрантов. Страна сегодня праздничная площадь, весенняя, нарядная, огромная, и Первомая кумачевый росчерк мы видим над ликующей колонной. Сколько добрых улыбок вокруг, всюду флаги, цветы, транспаранты. Нам нужен мир. Пусть всегда будет солнце. Мир, труд, май. Да здравствует День международной солидарности трудящихся 1 мая. А знаете ли вы, ребята, почему 1 мая стало днем солидарности, днем единства всех людей труда? Почему 1 мая отмечают все трудящиеся Земли? Это случилось давно. Почти 100 лет назад, 1 мая, в американском городе Чикаго рабочие вышли на улицы. Они требовали облегчить их тяжелый труд. Рабочих встретили ружейные залпы. О событиях в Чикаго узнали во всем мире. И рабочие всех стран решили ежегодно отмечать 1 мая как день единства, братства трудящихся. В царской России в этот день рабочие собирались на тайные собрания, майорки. Но пришло время, и рабочие стали смело выходить на демонстрации. Поднимались запретные красные флаги. Царские власти бросали против демонстрантов войска, жестоко расправлялись с безоружными людьми. Но борьба продолжалась. Руководили рабочими большевики-ленинцы. 1917 год. Октябрь. Под руководством Ленинской партии трудовой народ России сверг угнетателей и взял власть в свои руки. После революции 1 мая в нашей стране стал праздником. Эти кадры сняты в Москве 1 мая 1919 года. Они нам особенно дороги, ведь парад на Красной площади принимал Владимир Ильич Ленин. А следующий 1 мая страна встретила всероссийским коммунистическим субботником. На этом субботнике вместе со всеми работал и Владимир Ильич Ленин. С тех пор, ребята, все советские люди готовят к 1 мая свои трудовые подарки. Задолго до праздника начинается социалистическое соревнование на колхозных полях, на стройках, в цехах заводов и фабрик. Каждый хочет, чтобы наша любимая Родина стала еще краше. Каждый старается, чтобы его подарок был самым лучшим.
победителей в первомайском соревновании награждают. Шагает Первомай по нашей необъятной стране. Расцвела страна родная, песни звонкие слышны. Здравствуй, праздник Первомая, праздник солнца и весны. Над праздничной Алма-Атой ярко сияет солнце. А на Баме в это время еще лежит снег. Наряден, украшен знаменами и цветами Киев. Ликует город революции Ленинград. Вместе с нами свободно и радостно празднуют Первомай наши друзья в социалистических странах. А в мире капитализма Первомай по-прежнему день борьбы. На первомайскую демонстрацию трудовой народ выходит с лозунгами: «Нет угнетению! Нет войне! Долой безработицу! Да здравствует свобода, мир и труд!» Бороться и побеждать людям в капиталистических странах помогают завоеванные трудящимися нашей великой Родины свобода, мир и счастье.